все могут все. Точно, все могут все. Но условия не у всех есть, чтобы все мочь. И надо условия создавать для всех. Надо помогать нам. Мы же братья, сестры, создатели, творца. У нас жизнь, дух, душа. Потому что делаем. Для себя живем. Для себя. Как это так? Скучно. И что потом? Как для себя жить? Как на одной ноге стоять? Куда ты дойдешь? Цели как доставить будешь? Как будешь ходить? Прыгать будешь всегда? Или ждать, пока тебя будут носить, толкать, передвигать, как шахматную фигуру? Или жить начнешь своей жизнью? Нам надо меняться всем. Сильно меняться. И начать жить сначала. Всем вместе взято. Новый путь. Выбрать небесный путь к небесному миру. Создать его, сотворить. Энергии у нас хватает у всех. Не обманывайтесь. И мне больше не врите. Не играйте больше. Ни мне, никому. Все мы светлые знаем. Видим насквозь. Всех темных. Все чувствуем. Мы знаем, сколько света в ком. Сколько силы и сколько желаний. В каждом есть все. Я же начал с этого. Что все могут все. Поэтому не надо врать здесь, что ты что-то не можешь, за что ты не отвечаешь. Может, не время твое, но тогда подтверди брату или сестре. Помоги, где надо. Всегда. Запомни это. Раз и навсегда. Запомни это раз и навсегда. Мы можем все. Каждый из нас. Но если кто-то не может, надо помочь.